Сотрудник полиции погиб в результате взрыва на севере Бахрейна. Еще 7 человек получили ранения. Из них 4 – это стражи порядка. Состояние одного из них оценивается как критическое. По данным правоохранителей, среди пострадавших также был один ребенок. Взрыв прогремел во время акции протеста. Сотни человек требовали от властей освободить лидера шиитской оппозиции, приговоренного ранее 4 годам лишения свободы за разжигание ненависти. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ. Министерство назвало произошедшее терактом. Ответственность за него пока никто не взял.